Мы с ним родные братья, мы уже давно вместе не живем. Адильжана Умарова и Алана Черкасова связывает не только крепкая дружба, но, оказывается, и родственные узы. А вы разве не замечали, что даже внешне эти двое сильно похожи? Мы с ним родные братья. Участник группы Ринга признается, что поклонники не раз их путали. Вот, честное слово, с того момента, как прошел Superstar KZ, много раз ко мне подходили сфотографироваться именно как с ним. И когда я говорил, нет, я не Алан Черкасов, мне говорят, вы же кто-то. Там, я говорю, да, я кто-то. И в итоге со мной тоже фотались. И он мне тоже рассказывал, что пару раз было, что его типа говорили, ты же пел на Superstar KZ, а он говорил, не-не-не, это не я. С тех пор и назвались шоумен и певец братьями, мол, от матери одной и от отца. Только предков своих Адильжан не видел уже давно. Среди близких друзей мы очень часто подшучиваем над тем, что мы с ним родные братья, то, что мы уже давно вместе не живем. Я ушел из дома, и каждый раз, когда он меня видит, он мне говорит, вот, мать бедная плачет, где ты ходишь. А он песни поет, клипы снимает, а совсем скоро станет сольным исполнителем.